Всем привет, друзья! На связи Антон Бустер, и сегодня мы с вами попытаемся разобраться, что же такое магия в играх, на что нужно обращать внимание, как она создается, какие плагины использовать. Вместе с вами мы попробуем проанализировать несколько проектов. Один из проектов сделаем с вами, разберем все по слоям и поймем, как же строится эта фантастика на наших экранах. Для начала давайте вместе с вами попробуем проанализировать несколько сцен. Я не случайно включил этот отрывок. Почему? Потому что я могу сказать, что у той же магии есть определенная физика, определенная текстура, привязка к происходящему и так далее. В данном случае все понятно и предельно ясно. У нас есть персонаж, у нас есть молот как предмет, к которому мы привязываемся. Физика данной магии, скажем так, это электричество. Mortal Kombat — это отличный как раз пример того, как стихии могут помогать в формировании саунд-дизайна магии. Огонь, вода, ветер. И вместе с вами мы сейчас попробуем повторить что-то подобное. Так, ну что, мы добавили видяшку в проект наш. Сейчас мы подберем какой-то кусочек. Я предполагаю, что, наверное, сделаем магию Саб-Зира, где он пуляет со своей ледяной соплей. На что нужно обращать внимание при работе с вообще такого рода сюжетом, звуками? Нужно понимать, из чего формируется наша, скажем так, ассет, наша анимация, наше действо в картинке. Неважно, картина, это видео, кино. Нужно понимать поэтапное формирование, скажем так. Сначала разобрать, на что делится звук у нас. У нас есть три этапа, на мой взгляд. Сейчас посмотрим, может больше. То есть есть формирование пучка энергии, то есть, ну, перед самой анимацией магии Саб-Зиро собирает какой-то пучок энергии. Это отдельная часть работы со звуком. Здесь она реализована в таком формате. Дальше у нас идет сама атака. Ну и третий этап, понятно, это уже поражение цели. То есть вот этот лед разбивается о персонажа. Как я выстраиваю свою работу? Я сначала представляю, из чего, то есть, ну, какие частоты нам нужны, из чего может сформироваться звук. Анализирую его. Вот, представляю в голове уже, что можно попробовать записать. То есть сейчас, ну, я вместе с вами делаю в онлайн формате, то есть у меня нету заготовок, как вы видите, в проекте. Вместе с вами сейчас запишем разные фактуры, текстуры, звуки, и будем вместе с вами формировать вот данную, скажем так, атаку Саб-Зира. Мы видим, что это какая-то энергия. Я говорил уже, да, помните, что есть какая-то привязка, не обязательно привязка, но бывает по большей степени это какие-то стихии, на которые мы ориентируемся. В данном случае у нас какая-то энергия, она холодная. Поэтому, наверное, и решение звуковое было сделать звук на верхах. То есть это не что-то такое масштабное, массивное, как, допустим, с раскатами грома, да, как в примере с молотом. Здесь лед холодный. Магия
энергия какая-то, то есть пучок вжжит, вжжит на верхах. Дальше. Дальше у нас атака. У нас есть основной удар. Вот по кривой мы видим, что у нас здесь идет сама, то есть сам, скажем так, панч. Explosion, наверное, какой-то небольшой, легкий, типа... Он слышен, то есть... И на спад по фейду, то есть идет. И, конечно, мы слышим также здесь примеси на верхах какого-то стекла, какой-то... Пам-пам. Вот два удара здесь есть. То есть первая это, ну, атака сама. Вторая это урон сам. Вот. Ну что, все, давайте, ладно, можно так долго размусоливать, рассуждать. Поехали, пишем. Смотрите, как это происходит. Так, нам понадобится морковка. Я пишу на всякий случай и на моно микрофон в канал и на рот стерео, и из этого уже нужную, скажем так, стерео фазу, стерео баланс выстраиваю, ну и насыщенность звука, скажем так. Вот так, что, поехали? Здесь запись. Так, что еще мы можем позаписывать? Шумы, взмахи какие-то. Полиэтилен. Саморезы. Спички. И я сказал, не будем бить стекло. Да будем. Почему бы не побить стекла, действительно? Мы же это самое, саунд-дизайнеры, экспериментов не любим. Будем пробовать. Молоток. Так, этого достаточно. Спички, поехали. Главное, чтобы собака не загорелась. Но спички нужно писать на стерео. Но мне нравится вот этот пшик. Техника безопасности. Так, ну что, поехали. Так, ну что, поехали дальше. Мы все закинули в проект. У нас есть морква. Панчи всякие. Хрусты, крэнк. Кракл. Они же еще в простонародье. Смотрим сначала анимацию, конечно же. Так, вот этот сэмпл мне нравится. Угу. Поехали еще посмотрим, что там еще есть. Можно еще вот так сделать. Больше это, наверное, плевок все-таки, похоже. Я хочу магию пофантазировать из стекла.
Мы сразу же нарисуем автоматизацию, чтобы понимать. Я думаю, здесь можно сделать спичгрейном поиграться от О. Отлично. Так, наложить еще, наверное, все-таки с ревером что-то сделать. Попробовать со Space дизайнером. Варпы, текстуры, посмотрим. Да, самое то. Вот уже три сэмпла у нас есть. Первый этап энергия. Второй сэмплик броска. Всего три пока. Но уже есть у нас составляющие. То есть мы понимаем. Ну, понимаем, скажем так, формирование вот этого звука. Так, поехали дальше. Это у нас будет часть панча. Здесь то же самое сделаем. Посмотрим вместе. Обработаем. Вот. Вместе со стеклом давайте. Ну, неплохо уже, да? Ну вот, пожалуйста, у нас сколько уже есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дорожек. Что мы имеем? Мне уже нравится. Вот здесь у нас что за дорожка, я не понимаю. А, так это панч случайно попал сюда. Раз таки я его положил, видимо, чтобы. Полиэтилен. Это как вот свуш как раз летящего вот этого энергии. Прям подставил как надо, прям кайф. Сэмплы. Спичка же у нас. Можно еще вот на панч сам добавить воздуха вот этого от мишуры. Что там? Угу.
Послушаем с панчем самим. Кайф. Отлично. Бросок есть. Есть сам панч. Панч, давайте сделаем сумму, шину. При работе с звуками обязательно, ребята, делайте порядок в процессе. Это залог вообще, ну, продуктивной, быстрой и качественной работы. Потому что если будет беспорядок, вы будете теряться, путаться, постоянно возвращаться к каким-то поискам нужного трека и так далее. Можно взять этот сэмпл, реверснуть. И сделать, да, как. Полет как раз вот этого шарика. То есть нужно понимать при формировании, когда делается лейеринг, чтобы не было каши, малаши, нужен баланс частотный, искать характер звука нужный и вытягивать, скажем так, максимально из выбранного сэмпла именно то, что вам нужно. Вот, а не просто все в кучу заливать, этот понравился, этот понравился. То есть, ну, осознанно подходить, скажем, вот сейчас, в принципе, это и происходит. То есть мы взяли сэмпл спички и пытаемся сейчас понять, нужен ли нам данный сэмпл или нет. Вот. И какая частота полезная у него. В принципе, неплохо звучит, да, дополняет, очень даже плотненько получается. Оставляем. Так, ну давайте послушаем, что у нас получилось. Саморезы мы еще не использовали, но они, наверное, не нужны. Самая главная задача не наворотить, сделать все аккуратненько, чтобы звучало и было вкусненько. Да, вот здесь этот нойз мне не нравится. Просто подрежем его. Ну и пойдет. Так, ну что у нас получилось? Ну, неплохо, неплохо. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 дорожек. Ну, что могу сказать? Результат мне нравится. Вы, конечно же, в свою очередь, поставьте что-то в комментарии, какой-то пук, касательно того, нравится вам или нет, полезно ли было это видео или нет. От этого буду отталкиваться дальше касательно контента. Что могу сказать, подытожим? Что магия имеет характер каждый, ну, то есть определенный характер, определенную текстуру, возможно, привязка к герою, либо какому-то предмету, стихии также очень помогают, ну, какие-то там водяная, огненная, вот в данном случае мы делали лед, холод и так далее.
То есть все достаточно просто. И касательно обработки, дальнейшей работы с сэмплами. Я и в курсе, кстати, это буду задвигать, когда кто не в теме. У меня скоро выйдет онлайн-курс по обучению как раз саунд-дизайну, где я основываюсь как раз на принципах именно творческого процесса, именно минимализма и работы без заморок и наворочек. То есть да, как бы есть приемы с плагинами, работа с плагинами и различные тонкости, хитрости и лайфхаки в саунд-дизайне, но то есть принцип таков, что достаточно штатных плагинов, штатной обработки, чтобы создать какой-то вкусный, интересный звук. Компрессия, эквалайзер, питч в некоторых случаях, работа с пространством и так далее. То есть этого всего достаточно. Вот, поэтому ставьте лайк, пишите комментарии. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Fatality. Scorpion wins.